каждый из четырех гномов. Пение, Веня, Женя и Сеня либо всегда говорит правду, либо всегда врет. То есть мы опять на острове Рестерика Джунцов. Мы услышали разговор. Веня сказал Веня. Ты врун. Веня сказал Жене. Заметьте, пожалуйста, забавную вещь. Веня не ответил Вене, а сказал Жене. Сам ты врун. Совершенно не понимаю, почему сам. Потому что его вообще-то обидел Веня. Вот, а может он перепутал? Он не перепутал. А просто Женя сказал, что они оба не врут. Так бывает. Тебя обидел один, а ты пошел отдуваться на другом. Так бывает, да. Женя, Сеня. Оба. Они лгут. Они. Вруны. Да и ты тоже. Да и ты тоже. Кто из них говорит правду? Кто из них врет? Можно? Да, конечно. Женя сказал правду. Нет, Матвей, не надо начинать с ответа. Даже если ответ правильный, меня сейчас совершенно не интересует. Мне нужно решение, причем решение желательно такое, которое понял бы любой нормальный человек. Методом прибора тут надо. Предположим, что Веня сказал правду. Тогда он говорит, ты врун, Веня. Это правда, ведь все остальные вруны. Веня говорит Жене, сам так ты... Так, ладно, уже все нить разговора потеряли. Ну да. Уже все потеряли. Вы можете выйти и четко сказать то, что вы хотите. Веня говорит Вене, ты врун. Это правда, потому что все остальные, кроме Вене, если... То они вруны. А я уже не понимаю. Почему? Так уж я устроен. Сказано, что один говорит из них всегда правду, а либо всегда врет. Вот, а один из них сказал только правду, а все остальные солгали. Да. Можно попробовать? Конечно, Дендро. Если Веня сказал правду, значит Веня врун. Да. И он сказал Жене, сам ты врун, но это была неправда. Да. Значит, Женя у нас говорит правду. Да. И тогда получается, что Сеня, по словам Жени, врун, и оба вруны, Беня и Веня, но это противоречит. Да. Потому что Беня у нас говорит правду. Да. Здесь мы получили противоречие. Значит, поставьте внизу минус, в общем, то не бывает так. Дальше. А если у нас Веня говорит правду... Секунду, Беня говорит правду, то это рассматривает. Веня. Почему Веня? Вы начали с того, что пусть Беня говорит правду. А, пусть Беня врет. Да. Тогда Беня... Правдивый. Правдивый. И Женя... Да. И тогда Сеня правдивый. И дети оба правдивые, чего быть не может, потому что Беня у вас врет. Да. Диана доказала, что такого не бывает. То есть задача придумана про несуществующую ситуацию. Не имеет решения. Да. Молодец, молодец. Знаете, маленькая проблема. Речь идет о настоящих Вене, Жене, Сене. Никакого обмана нет. Это было. Это было. Это настоящая сказка. Здесь все продумано так, что все это могло быть. Предположим, что Женя сказал правду. Тогда все остальные соврали. Однако, если Беня, говоря, что Веня врун, солгал, значит, Веня должен говорить правду. Однако Веня в таком случае тоже врун. Это противоречие. Далее, положим, что Женя соврал, тогда Сеня... Я даже не знаю, что сейчас делать, ребята. Потому что, если честно, когда мне вот говорят такие вещи, я засыпаю через секунду, а иногда даже скорее до того, как я услышал. Все это там Женя, Беня, оно в голове путается. У меня такое предложение.
Вот на самом деле Диана сказала некое дело. Сказала разумную вещь. Вот давайте мы медленно повторим ее рассуждение. Давайте я попробую ваше. А вы не уходите никуда. Вот. И эти 2 минуты я сотру, чтобы... Вот такая экспертиза. Просто экспертиза. Значит, медленно повторяю рассуждение Дианы. Пусть Веня врун. Тогда он соврал про Веню. Значит, Веня правдивый. Нормально? Да. Нормально. Веня правдивый. Веня сказал про Женю. Сам ты врун. Значит, Женя врун. Женя сказал Сене. Оба они вруны. Да и сам ты тоже. Значит, он соврал же, да? Да. Вот, да и сам ты тоже. Значит, Сеня кто? Правдивый. Да. И Диана, секунду, и Диана сказала, что этого не бывает. Это бывает. Бывает. Стоп, 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 давайте Диане слово. Почему это не бывает? Сам говорят, что Веня будет, но он же правдивый. Смотрите. Давайте еще раз четко, понятно скажите. Когда нам говорят, и кто нам говорит? Кто именно? Женя говорит. Женя. Ребята, очень неприлично не слушать друг друга. Очень плохо, что вы воспринимаете наш диалог с Дианой как такие вот посиделки двоих. Что вы не умеете в это время учиться. Что вам нужно обязательно, чтобы вот лично с вами сидел репетитор и вам бы вбивал. Вы не умеете учиться, слушая, когда 2 других человека разговаривают. Надо уметь учиться на чужих ошибках. Вы говорите, что Женя, который врун. Да, Женя врун, да. И он говорит, что вруны Веня, Веня, Сеня. Да. Ну, получается, что Веня действительно врун. Да. И получается, что Женя говорит правду. Вот, 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 вот. Вот это очень важная вещь. Говорит ли Женя правду, когда... Он показывает на 2 людей и говорит, оба они вруны. При этом один из них врун, а другой правдивый. Да? Нет, потому что они тогда должны быть оба вруны, а вруны из них только один. Я скажу очень простую вещь. Я просил вас сесть в другое место, потому что сейчас вы опять будете выходить. Вообще, вы могли об этом подумать до записи, а не после. Значит, ребята, вообще умение думать о других людях – это очень важная вещь. Вот, понимаете, то, что России очень тяжкие времена предстоят, видно не по там, каким-то съездам там, Единой России и чего-то, а по поведению людей в метро. Это очень простая вещь. Подходит поезд. Людям надо выйти, людям надо войти. Вот еще несколько лет назад ситуация была простая, что люди выходят из вагона, после этого другие входят. Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Огромное количество народа сразу, абсолютно невзирая на то, кто там выходит, там, абсолютно, сразу начинают лезть в вагон. На самом деле они от этого тоже проигрывают. Потому что понятно, что их потоком выталкивает. Вот. Но тем не менее, отказ, внутренний отказ от сотрудничества, желание противопоставить себя обществу, он есть, и он сейчас массовый. Вот. А это означает, что начинается какой-то такой процесс распада. Понимаете, я прекрасно понимаю, что вы ничего такого плохого не имели в виду, но, тем не менее, вы должны понимать, что когда люди живут так, то всем будет плохо. Вот. Это важная вещь. Так вот, смотрите. Смотрите, здесь ситуация. У нас есть утверждение. Оба они вруны. В каком случае утверждение, в котором есть буква «и», является истинным? Если обе его половинки истинные, только тогда. Вот смотрите, давайте возьмем такое утверждение. Сейчас сентябрь. Ну, сейчас правда сентябрь. Сегодня 25 сентября. Сейчас сентябрь и
Ну, я не знаю, что-нибудь такое сказать. Скажем, сейчас уже ночь. Ну, нет, сейчас на самом деле вечер. На самом деле сейчас не ночь. Так вот, сентябрь и ночь. Это правда или ложь? Ложь. Несмотря на то, что частично это утверждение верно. Давайте возьмем какое-нибудь другое утверждение. Скажем, давайте. Секунду. 15 равно 8 и 4 равно 4. Это истина или ложь? Ложь. Чтобы утверждение, в котором есть союз и, было истинным, надо, чтобы были истинны все его части. Обе его части должны быть истинны. На этом Диана попалась. Вы думали, что если врун говорит про двоих людей, что оба они вруны, то он что говорит? Правду или ложь? А? Значит, давайте смотрите. Итак, у нас имеется врун, который говорит про Беню и Веню. Оба они вруны. Может врун такое сказать? Да. А? Да. Врун. Да. Оба они вруны. Может. Потому что на самом деле он бы сказал правду только в случае, если действительно оба они были врунами. Поняла теперь? Так, отлично. Значит, вот эта ситуация вполне возможна. Теперь смотрим вот, Женя. Женя у нас правдивый. Говорит про этих. Оба они вруны. Уже все правда. Врет, да? Вот. Так что эта ситуация действительно невозможна. То есть вот здесь, вот, пожалуйста, плюсик. Вот. На самом деле Беня и Женя вруны, а Веня и Сеня правдивые. Хорошо.